Где-то ряд Шебекина. Сбивает технику, все забирают, выкладывают, забирают, выносят все, абсолютно все выносят. Все телефоны, витрины, все подчистую забирают, все, что могут только. Люди, давайте жить по-человечески, а? Есть там что-то интересное? А зло, чи нема якісь броні? Що? Нема, чи якісь броні нема? Якийсь лічний новий БТР, курво. От Зорро. Блять, льют фосфором, блять. Пидорасы, сука. Это Маслова пристань. Ты думаешь, Щебекина? Да не охуели вообще уже. Ебать. И это что, сука, не красная линия вообще, я, блядь, не пойму нахуй. Не-не-не, это еще не перешли красную. Не перешли еще красную линию? Не-не-не-не-не, это не красная. Драйверы — это бандиты, мы не можем, это не ВСУшники. Не а, то ж просто бандиты это зашли бандиты, нахуй. Мы не можем, да, мы из-за этих бандитов осудить всех. Все. Вот это можно судить. У нас такие бандиты, блядь, на камеру. Ну, просто они, блядь. Уважаемый Вячеслав Владимирович, я командир русского добровольческого корпуса. Рядом со мной представитель Легиона Свободы России. С другой стороны, наши пленные. Мы находимся недалеко от новой Таложанки, и сейчас они скажут вам пару слов. Род войск. Пехота. Имя, фамилия. Алексей Беляев. Звание? Старший лейтенант. Откуда родом? Каша Тверская. Имя, фамилия. Алексей Алексеевич. Можно Стрелкин. Откуда родом? Псковской области. Давай. Сегодня большой православный праздник. Троица. Я предлагаю вам обменять этих пленных всего-навсего на пару минут общения с вами в храме, без оружия и без солдат. Если вы сегодня до 17.00 явитесь в храм в Новой Таложанке, мы в качестве акта доброй воли, жеста доброй воли, как принято говорить у нас на родине, обменяем их просто на возможность пообщаться с вами о судьбах России, о той ненужной кровопролитной войне, которая ведется уже полтора года, а теперь она уже ведется на территории нашей с вами Родины, на территории вашей Белгородской области. Поэтому сегодня до 17.00 у вас есть уникальная возможность пообщаться с нами и забрать двух граждан Российской Федерации, простых солдат, которых вы и ваше политическое руководство отправили на эту бойню. До встречи! Пиздец. 1, 2, 3. Ебать. Сколько их там? Еще пулемет. Ёб твою мать. Пизда. Лес. Блядь, их... Блин, они тут уже везде. Смотри. Ёб твою мать. Пиздец. 1, 2, 3. Ебать. Сколько их там? Еще пулемет. Ёб твою мать. Пизда. Хохлый лес, блядь. Хохлый лес.
Ну что ж, друзья, я только что вернулся из Новой Таложанки. Как мы и ожидали, господин Гладков не посчитал нужным и нашел в себе мужество обменять свое драгоценное время на жизни и свободу, как он успел выразиться, наших пацанов. Вот те самые ваши пацаны, которых господин Гладков убил нашими руками в своем видео. Как вы успели заметить, за время моего отсутствия ваших пацанов в нашем плену стало гораздо больше. Эти русские мужчины не по своей воле взяли в руки оружие. Скоро до них дойдет вся подлость и несправедливость, развязанной Путиным войны. Тогда, возможно, в ближайшем будущем они встанут в наши ряды. Ряды тех, кто освободит Россию от путинской диктатуры. В отличие от господина Гладкова, Евгений Викторович Пригожин как раз отнюдь нашел в себе смелость и был готов пойти на наши условия. Вы, господин Гладков, условия нам больше не диктуете. Также хочу отметить, что раз губернатор не контролирует ситуацию в регионе, не знает, сколько пленных ваших пацанов находится в нашем плену, мы будем общаться с теми, кто принимает решения в Москве. Судьбу этих парней мы уже решили. Они будут переданы украинской стороне для процедуры обмена. Сбила, ебать. Это что за хуйня? Ебать. Сейчас как въебет. Еще одна. Смотрим. Далеко ушла.